Приветствую всех зрителей канала Синички. Счастлива, что вы смотрите наше видео. Спасибо вам огромное за просмотры, за лайки, за добрые комментарии. Вот сейчас вам хочу показать, как изменилась природа нашей другой стороны, по другую сторону реки мы ее называем. Как снова еще выше стала трава. Какая красота! Я вот снова пришла вот с пакетами, буду собирать траву. Вот, какой чебрец просто высочайший. Вот я тут уже собрала немножко красного клевера. Буду собирать чебрец. Вот пытаюсь найти правильную аптечную ромашку, но к моему огромнейшему сожалению, не могу ее здесь найти. Придется, наверное, мне ехать на Актовый каньон ее собирать. Либо, вот думаю, купить в интернете семена ромашки и вот здесь вот ее везде-везде порассеивать. Пусть и у нас будет ромашка. А то у нас не ромашка, а одна ромушка. Дожидаем дождик. Да, под тентом. Под нами кушинка живет. Живет. Да, надо же сегодня еще успеть в магазин и на концерт ДК. Так что, дождик, давай, делай паузу, чтобы мы выпили чаечек и поехали домой.